Сегодня скандально известное французское издание «Шарли Эбдо» опубликовало в свежем номере карикатуры на трагедию в Египте. Москва такое творчество понимать отказывается. В Кремле назвали это кощунством. Даже принимая во внимание, что и культура у народов разная, и чувство меры у всех отличается. Но в данном случае никакого оправдания найти невозможно. Ударили по больному. Мы не показываем эти рисунки, считаем их оскорбительными по отношению к памяти погибших и чувствам близких. Дмитрий Кочетков продолжит. Трагедия в Египте шокировала весь мир. Погибли 224 человека, из них 25 дети. Самой юной пассажирке субботнего рейса Шарм-эль-Шейх Санкт-Петербург было 10 месяцев. У посольств России цветы и детские игрушки, соболезнования от глав государств. А французскому еженедельнику «Шарли Эбдо» смешно. На трагедию он откликнулся сразу двумя карикатурами. На первой обломки самолета падают на боевика, запрещенного в России исламского государства. Подпись к рисунку: «Российская авиация усиливает бомбардировки». На второй карикатуре череп. Подпись такая: «Опасности российских лоукостеров». Сначала реакция официального представителя российского МИДа была лаконичной. Еще кто-то «Шарли» спросил на своей страничке в Фейсбуке Марии Захарова. Позже она назвала карикатуры провокацией. Никто и ничто не сможет повлиять на наше отношение к этой трагедии. Мы были и остаемся едины в нашей скорби по жертвам и в сопереживании их родным и близким. В наших силах выяснить причины случившегося. Серьезно обсуждать низкопробную провокацию, целью которой, скорее всего, является повышение собственных рейтингов, много чести для этого мракобесия. В социальных сетях публикация «Шарли Эбдо» вызвала целую бурю возмущенных комментариев. На страничке французского еженедельника в Фейсбуке теперь много записей на русском. Как так можно? Вы смеетесь над трагической смертью невинных людей. У вас своих детей нет, что ли? Или в погоне за рейтингом и прибылью ничем не гнушаетесь? Вы только представьте своих детей на борту этого самолета. Вам не становится стыдно за такие публикации? Позорище, нет слов. Жаль, что жизнь вас ничему не учит. Пока Россия оплакивает погибших, «Шарли Эбдо» открыто на весь мир глумится над трагедией. Я не «Шарли». «Шарли Эбдо» — частное издание, но в Государственной Думе уже звучат требования пересмотреть отношения с Францией. На охотном ряду считают, что публикация оскорбительных карикатур на руку террористам. Я не знаю, какая цель ставилась данным журналом, данными журналистами, но подобные карикатуры — это оскорбительно, это на самом деле за пределами чего-то нормального, человеческого. Мне кажется, что нормальные люди во французском обществе, и в том числе, может быть, даже и правительственные, и парламентские, должны тоже по этому поводу сделать определенные свои заявления и замечания. Мы имеем дело со случаем морального садизма, когда сознательно жертвам причиняется боль и страдания, ну, собственно говоря, от той трагедии, в которой они оказались. То, что сделали журналисты из этого французского журнала «Шарли Эбдо», это в чистом виде больше уже связано с психиатрией. Надо направить наших врачей из Института Сербского, проверить состояние этих журналистов. В Кремле заявили о неприемлемости публикации французского журнала. Такая резкая реакция Госдумы свидетельствует об абсолютно эмоциональном и, скажем так, сущностном неприятии такой выходки. Это действительно для нас неприемлемо. Я не берусь судить о моральных устоях французов, но у нас в стране это кощунство. Это весьма спорное издание, и многие не воспринимают это издание. Многие чувствуют себя оскорбленными в связи с публикациями этого издания. А в Союзе журналистов России хотят поговорить о скандальных карикатурах с коллегами из других стран. Мы много лет входим в Международную федерацию журналистов, в Европейскую федерацию журналистов. И мы сейчас обратились ко всем нашим журналистским структурам с письмом, с предложением обсудить, почему такое варварство возможно у нас в журналистике. Эти оценки разделяют и деятели культуры. Глумление над смертью не имеет ничего общего с творчеством. Это же минута славы. Если бы они не рисовали, о них бы никто не знал. Им же не интересно рисовать там, где кто-то совершил что-то хорошее. Написали хорошую симфонию или там музу какую-то. Об этом какой смысл об этом рисовать? Так все ясно. И так все хорошо. А здесь такое на самых низменных чувствах, на горе людей делать себе пиар, это позор. Славящийся своим черным юмором еженедельник «Шарли Эбдо» регулярно оказывается в центре скандалов, которые сам же и провоцирует. Когда в Европу устремились сотни тысяч мигрантов с Ближнего Востока, все мировые СМИ облетели фотографии утонувшего 3-летнего мальчика-беженца. Его тело вынесло на берег. Карикатуристы «Шарли» посмеялись и над ним. Под заголовком «Так близко к цели» тело ребенка изображено рядом с рекламой фастфуда с надписью «Два детских меню по цене одного». Стоит напомнить, что в
начале года вся Европа вышла на улицы под лозунгом «Я Шарли» и требовала свободы слова. Это было сразу после расстрела 12 сотрудников еженедельника террористами в ответ на публикацию карикатур на пророка Мухаммеда. Кстати, несмотря на весь свой показной цинизм и черный юмор, от шуток над своими погибшими коллегами редакция «Шарли Эбдо» воздержалась. Дмитрий Кочетков, Антонина Кукушкина, Первый канал.